Всем привет, мои хорошие! Начинаем с вами влог выходного дня. Ну, он у нас такой выходной день в трудах. Сейчас вам покажу, чем занимаюсь. Тверская область. Мы приехали в деревню. Сегодня суббота. Вчера приехала вечером на электричке. Мои на машине, я на электричке добралась после работы. Вот, очень люблю наш дом, наш участок. Сейчас мы хотели, так просто получилось, ну, по своим средствам 2 недели не были. Все это надо было сделать раньше гораздо. Но погода позволяет. Вчера вообще было такое небо звездное, пока мы шли. Сейчас темнеет же рано. Луна прям как на ладошке была желтая такая. Звездное небо. Я думала, будет вообще ясное, солнечно, но проснулась я от шума дождя. Очень сильно был дождь. В общем, подождала, пока все подсохнет. Сейчас будем с вами чистить туи. Покажу вам, как это делаю. Собирать листву опавшую. Ну, а там посмотрим. Разобрала клумбу. Сейчас тоже покажу. Та клумбочка, которую я вам показывала. Тут каждое утро цветочки. Вот такой вот это кресло. У нас тут вот такое выносим. Этим летом только на нем покатались, немножко покачались. Потому что все время чуть делаем, чуть работаем. Мне когда вот так даже побалдеть. И то я вынесла его туда уже на лужайку, говорю. Вот где-то минутка, чтобы чаек попить, книжку почитать. Просто вот так вот на солнышко посмотреть. Ну, пойдемте. Да вон, кстати, и солнце выходит. Вот это наша самая первая туя, которую мы посадили. Ей, наверное, уже лет 20. А покупали мы ее под Ржевом в питомнике. Она такая у нас районированная. Вот здесь она прям была малюсенькая, как кленовый листочек. Вот. И вымахала, наверное, сейчас. О, погодка какая красота! Вот она, наверное, 5 метров. Что я делаю? Обязательно перчатки. Лучше такие, наверное, тряпочные. Даже хорошо закрыть руки. Я сейчас закончу снимать видео и упакую, чтобы она хоть и мягкая, вот эта хвоя, но хоть хвоя и мягкая, но она царапает руку очень сильно. Вот если запястье, где тоненькая кожа, так неприятно, в общем. Да, не посчитала, дочка, у нас 24 туи. Это тоже одна из первых. Видите, как начала влог снимать, и солнышко вышло, что было так хмуро. Малышки еще поменьше. Чем нужно, что как мы чистим, чтобы дерево дышало, ну, вот раздвигаешь ветки и убираешь вот эту вот рыжую хвою, которая разбрасывает, потому что она так вот, ну, дереву тяжело дышать. Убираем, потом сейчас возьму веерные грабли. Вот нужно листву собрать, яблонька все скинула, да, моя красивая? Крошовица наша. Рыжие листочки. Какая погодка, рыжая. Ты разобрала клумбу, достала все цинии, петунии, астры. Там покажу потом маленький букетик. У меня прям малюсенький получился. Перекопала, обрезала. Как ее зовут? Помнила. Аквилегию. Так, тут у меня кучки листвы. Тут тоже. Тут я бросила грабли, пошла снимать влог. Блогер ваш. Сейчас это уберу. Красотень. Обрезала флокс. Вот шольца еще цветет. Представляете? И такая главная. И такая она главная, знаете, прям жирная такая вот. Стебелечки, листочки. Прям она летом не такая. Мак мой садовый вот, любимый. Вот. Это чудеса. Так поменялась погода. Харлисё. Ладно, буду работать. Загорать. Вот она очень вкусно так пахнет. Листвой, иголками. Еще мы за участок пересадили ежевику, а на место ежевики посадим гортензию. Вот она, осенняя листва, осенний аромат. Обожаю запах опавших осенних листьев. Вот, так что тут у нас раз ежевичка будет и два. Я вчера перед сном думала, в общем, рылась, посмотрела, какой у меня есть ночной крем. Вообще, мой самый любимый ночной крем – это крем «Вечер» от фабрики «Свободы». Но «Геронтол» мне тоже нравится. Вот именно в такой металлической тубе. Крем питательный для сухой кожи. Вот. Также у меня здесь живет вот такой маленький кремчик от «Нивея», увлажняющий. Брала его «Фикс Прайс». Мне очень нравится. Периодически к нему возвращаюсь. Он для рук, и для тела. Очень приятный аромат. Вот такие тканевые патчи. Тут у меня живут вот так удобно, они в баночке хранятся. Я их брала на Озон.
Там много видов. Ну, вот у меня вот такие. Сейчас вот такой вот коробочка. Это букет из астр. И, девчонки, вот этот нашла пробник. Думаю, попробую. Сначала сделала массаж вот этим роллером из розового кварца. Потом нанесла вот этот крем. И представляете, мне показалось, ну, в пробнике обычно всегда лучше. Вот не знаю, вы обращали внимание или нет. У меня реально разгладились морщинки. Он как раз филлер Вежиталь. Я сейчас посмотрю, сколько он стоит. Дождусь открытку. Это Фраше. Мне присылают бумажные открытки. Если цена устроит, я еще пока не смотрела, сколько он стоит. Вот такой крем от морщин ночной Эте Фраше. Он такой был очень легкий. Но я встала, и у меня вот эти гусиные лапки прям раскладились. Может, конечно, я просто выспалась, но мне понравился эффект. Хотя вообще уход от Эте Фраше мне не подходит. Вот там кремики сколько я брала. Кстати, домой вернусь, я вам покажу, что я купила. Мне приходила открытка, и в подарок там шла тушь метаморфозы в осеннем дизайне, в лимитка. И мне там столько всего по этой открытке подарили, и бонусы у меня мерси были. В общем, я покажу вам дом покупочки. Прям я такая была, так щедро меня в Фраше одарили. Поваляюсь, а то я что-то наработалась, честно говоря. Поубирала листья, поубирала иголочки, надышалась и хочу спать. У нас сегодня дождик, поэтому я сейчас сижу дома, прибралась в комнате, закинула стирку и буду заниматься такими вот внешностью, так сказать. Маникюрчик сделаю, масочку сделаю. И у меня там картина по номерам. Сейчас покажу, может, я вам ее уже показывала. Я там только единичку раскрасила. Пойдемте, сейчас покажу. И вот такой букетик. Вот астрочки, которые вчера срезала. Это мы уже вчера вечером... Ой, что-то резкости нет. Вечером гуляли. Собрала дочка пижму, нашла. Такая, знаете, свеженькая, красивенькая. Вот такой получился букет. Радует глаз. Мне очень нравится передача «Повара на колесах». В общем, сейчас надела очки, а то не вижу. Тут свою картину по номерам. Аня тоже рисует. Вот такая картина будет «Ветка вишни». Это уже будет моя, наверное, четвертая работа. Вот это у нас кошечка сидит. Работает, дочь, нет? Погладила по спине. Это Ане подарили бабушка с дедушкой на день рождения. Чему есть лёгкая, какая красавица. Какая добренькая. Халюся такая мягкая, приятная. Вот мы тут с кошкой сидим. Другая кошка моя рисует. Попросила нарисовать ее картину с лимонами. Нет, нарисую на ватмане. Мы же хотели сделать... Это эскиз. Давай, эскиз, хорошо. Красиво оформлено. У нас уже вторник. Я сейчас зашла в Фикс Прайс. И хочу вам по старой доброй традиции показать, что же я купила в любимом магазине Фикс Прайс. Так, зашла я. Нужны мне вот такие стельки. Я их на работе использую, кладу в туфельки свои. Очень комфортно. Вырезаешь по размеру. Сколько здесь пар? Здесь 4 пары. Купила гольфы бронзовые. Купила новую тряпку для пола. Помните, я говорила, супер тряпка, которую мне посоветовали. Она мне не понравилась. Попробую вот эту. И частин. Всегда беру вот это средство. Еще пакетики. Пакетики для завтраков. Частин с пема люксом. Отлично. Очищают ванну и раковину. У меня такая перчатка, знаете, вот прям уже резиновая, с такими силиконовыми или как резиновыми ворсинками. Я шик налила, пема люкс посыпала и все вот так перчаточка помыла. И небольшие покупочки из магазина Fix Price. Вот так выглядят перчатки, которыми чищу ванную и раковину. Достаточно удобно. У меня две таких варежки. Я у кого-то из девчонок увидела. Вот. Вот этот пемолюк с частином. Всем приветульки, красотульки, как говорится. У нас сегодня на дворе суббота, 19 октября. Мы дома остались. Муж уехал в деревню, потому что там еще дел много. А у Ани завтра выступление, весь день конкурс музыкальный, поэтому мы дома. Суббота дома, значит, выспались, прибрались.
Вот стирка сейчас там шумит, стираю всегда, в общем, постельное белье. У меня еще на балконе по-прежнему цветет петуния такой пышной шапкой. Уже, конечно, прохладно, у нас балкон не утеплен, но, в общем, цветет. И я решила сделать вот такой букетик. Вот такой вот. Радует глаз. Решила сделать вот такую композицию. Сейчас делаю фоточки. Это у нас бадьян анист звездочный. Покупала раньше такими маленькими упаковками или на развес. Сейчас нашла, по-моему, на Озон. Тут удобно в таких вот баночках. И мы осенью, когда прохладно, зимой в деревне варим глинтвейн. И делаю его даже чаще на вишневом соке. Просто именно вот эти добавляем вишневый сок, апельсиновую корочку, яблоки, вот эти пряности. Получается очень вкусно, такой согревающий напиток. И купила еще гвоздику такую же. Вот, сейчас я хочу... Вот еще я добыла, наконец-то, вот такой чайник я хотела со свечой. Но, что, не догадалась. В общем, мне вроде как понравился цвет. Сейчас, кстати, фикс прайс много вот таких вот желтовато-рыжих чайничков, посуды под... тыкву формы и цветом, но он зеркальный, а мне бы хотелось видеть, как там плавают травы. В общем, не догадалась, надо было брать просто прозрачный. В общем-то, может быть, это твою деревню, а я потом приобрету прозрачный. Такое доброе утро. Сейчас заварю вот этот чай, добавлю немножко бадьяна. Это просто черный чай листовой, бадьян, гвоздика, и такой вот будет согревающий чаек. Мы поедем к маме, приехали, вернулись мои племяшки из отпуска. В общем, будем общаться в кругу семьи. Вот такой у нас солнечный день. Градусники плюс 10. Вот это герань моя розовая. Я покупала у бабушки на рынке. И она дает такие стрелочки. Я раньше не знала, что это такое. Срезала сухие цветы, а теперь я ей дам до конца, в общем, созреть этим побегом. Потому что, девочки, где она у меня? Вот это семена, вот я вырастила сама, вон там вот этот вот, я потом пересажу. Некогда купить горшки, надо и фикусы пересадить, и, в общем, гераньку рассадить. И как же она красиво раскрывается, если не забуду, я вставлю фоточку. Она таким пушистым вертолетиком семена. В общем, у меня выросло 3, но что-то, в общем, засохли. А вот это вот выжила, прижилась, и я просто надо купить горшочек и пересадить. Раньше их размножала корешками, но вот эта моя такая красная советская герань, она почему-то раньше давала корешки, а сейчас нет. Вот водичка зеленеет уже, все, а корешков... Хотя все-таки мы дождались, вон они, кажется, будут эти побеги. Размножаю фикусы, думаю, надо уже делать бизнес у меня. Или в качестве подарка и дарить. У меня уже 2 огромных, вот этот вот надо посадить. У меня была мечта с юности, что у меня дом был фикус. Вот, что-то тоже не переживались, а тут колосятся. Выношу их летом на балкон, они такие, в общем, так хорошо растут. И что еще сказать? Единственное, я не знаю, как их правильно мыть. Я вот сегодня их помыла все. А все равно вот эта вода, да, из-под крана высыхает и какими-то капельками, хоть и протирала. Ну, сейчас полюбуемся на красоту. Один у сына. В комнате вот такой фикус вот помыла. Так, вот второй в комнате у нас. Тут, кстати, у меня пакетик Фрошеем хотела показать. Это я купила 2 тинта, такие с глянцевым эффектом. Очень они мне понравились. Это холика-холика. Даже поймала комплименты. Девчонки спрашивают, что это. Вот такой бабли и 0,6 ла-ла-ла. Но вот этот еще не пробовала. Этот у меня в сумочке. И Фроше. Зашла в Фроше, потому что мне пришла открытка, что за покупку, вот я не помню, по-моему, 490 рублей дарят тушь. В общем, сама эта тушь Метаморфоза стоит гораздо дороже. И мне она нравится. И я там часто беру мыло. Сейчас вот покажу, что я взяла на эту открытку. В общем, это такая тушь Метаморфоза. Просто она идет в осеннем дизайне. Вот. Сначала, да, я хотела взять мыло, а потом вспомнила, что мне когда-то нравились вот эти смывка для глаз с васильком. Средство для деликатного снятия макияжа. В общем, была чудо-акция. Я пришла за ним, сказали, один плюс один. И мне дали на эту вот открытку, я купила 2 этих средства. Подарили мне тушь.
Дальше на мои мерси, а или за покупку, не помню за что, там на выбор мне кучу подарков, я выбрала попробовать вот этот гамаш, да, это, да, или что это? Насыщенный гамаш для тела, в новом дизайне идет вот такая упаковочка. Подарили, значит, мне еще вот крем ночной. На бонусы мерси мне дали два мыла, я выбрала. В общем, получилось, что... Открытка. А, открытка дала мне вот эту скидку. В общем, девочки. Таня мне уже подложила. Такая у нас еще была метаморфоза. Это ей отдала. Мон Маскара коллекшн. Тоже подарок. Вот, получается, вот я пришла по открытке. Что-то я... А, ну да, они мне списали те... Короче, вот, в общем, с открыткой 600 рублей заплатила. И вот это все, и таких две. Там она мне уже в ванной. В общем-то, прекрасное средство. Давно оно у меня было, что-то я вспомнила. Я им раньше, знаете, что я им раньше тушь разбавляла. Сейчас я разбавляю тушь каплями для глаз японскими, если она подсыхает. Вот. А раньше вот капельку вот этого средства где-то прочитала. Ну и, соответственно, удаляла остатки туши. В общем, по-прежнему мне оно понравилось, подошло, деликатное. Глазки не щипит, хорошо удаляет тушь. Вот, мыло и фраше мне очень нравится. Это еще не пробовала. Вот это я хотела вам косметическое показать. Я вам говорила про петуньки. Вот такая красота у меня на балконе по-прежнему. Да, на дворе, повторюсь, 19 октября. Поэтому, знаете, сейчас уже мне некуда заносить. Ну, небольшая квартира. Я поставила на подоконнике. Да, попыталась. А не помещается шторы. Ну, в общем, давят их. Вот, поэтому пока тепло здесь. Ну, и потом буду делать такие букетики. Ну, и уже все, буду ее уже убирать. Пока радует, пусть вот у меня тут, по-моему, тут, тут неплохо, у нас солнечно. Хорошая, вот такая у меня получилась уютность. Мне, кстати, очень нравится передача про уют на Первом канале. Я смотрю, вот в приложении Вера Кинчева ведет, так успокаивает, красиво, по-доброму. Вот, в общем, я сейчас будем завтракать, дочка, убегать. Поедем к маме, к моей, погуляем, с девчонками пообщаемся. Вот, этот влог буду заканчивать. Желаю вам мира, добра, всего самого доброго, хорошего. Спасибо, что вы со мной. Спасибо за ваши добрые слова. Вот, буду пить там, отражаясь вот в этом чайнике, видите, вместо того, чтобы траву созерцать и пряности. Вот, и помчались мы. Такой вот будет вкусный чаек. Сейчас он пряный, полезный, согревающий. Смотрите, как красиво, когда свечка, в общем, она его подогревает. Здесь у меня вот эти вот красоты. Мои хорошие, пью кружечку чая. Там ем омлетик. И побежим мы общаться с родными. До новых видеовстреч. Пока-пока. Девчат, небольшой постскриптум. Утро воскресенье. Мы вчера были у мамы, сходили с мамули в Ханой. И я купила там несколько видов чая. Потом, может, даже отдельно видео сниму о покупках в торговом центре Ханой. Многие о нем не знают, но на самом деле очень классный магазинчик. Знаете, как будто ты за границей побывал, там такие необычные товары. В общем, я взяла такой чай согревающий, он еще от кашля идет. А, вот так называется. Какая-то снежная, что такое сноупир? Не знаю, снежная груша. Османтус, да? Сноупиати. У нас все равно многие так куча дома покашливают, и на работе угощу. Вчера таксист нас вез, я его, он тоже сидел кашлял, я ему дала и конфетки, которые купила от кашни, и вот несколько пакетиков чая. Вот, я сижу тут, развлекаюсь. Мои спят еще, я уже не могу что-то долго валяться. Вот пришла на кухню, заварила вот этот чай, хочу попробовать его на вкус, соответственно, какой у него. Вот, и красота. Хороший опять солнечный день. Вот такой там солнышко светит. Купила этот с артишоками чай. Тоже большой пакет. Там вот такие индивидуальные чайные пакетики. Еще не пробовала. Ну все, на этом точно все. Буду монтировать это видео. Всем мира, добра и хорошего настроения.